Ты видел это? Смотри, лопух. Черт, что с его глазами? Разве они так были? Ребята, у него глаза изменились. Черт, он укусил меня, Дима. Жесть. Колобок укусил меня в шею. Всем привет, ребята. С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшно. Друзья, сегодня я буду заказывать на сайте Darknet проклятый пластилин. А вот что мы будем лепить из этого проклятого пластилина, вы узнаете совсем скоро перед началом. Три ваших самых топовых комментария. Погнали. Раз. Два и три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментов ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. Друзья, ну а сегодня мы с вами проверим одну легенду. Что будет, если слепить из проклятого пластилина, заказанного на сайте Darknet, колобка Экзе, того самого проклятого злого колобка? Говорят, что если ты его слепишь, он придет и убьет тебя. Давайте прямо сейчас это и проверим. Но вы не повторяйте этого, друзья. А мы погнали за покупкой. В этом конверте находится $500. И мы покупаем проклятый пластилин сегодня. Погнали! А пока я обмениваю деньги на пластилин сайта Darknet, спуститесь в комментариях и напишите. Решите спор 21 века. Что же все-таки круче? Pop It или Simple Dimple? Пиши прямо сейчас. Итак, друзья, вместе со мной сейчас на обмен идет моя собака Лаки. Лаки — немецкая овчарка. Да, Лаки? И Лаки будет мне помогать, если вдруг что-то пойдет не так, потому что она просто офигенная охранщица. Друзья, если что-то происходит плохое, она всегда за меня заступится. Лаки рядом. Также видео про мою собаку Лаки и других моих питомцев вы можете найти на моем канале Ясинская Пэтс, друзья. Кстати говоря, сегодня там тоже вышло новое видео. Так, а мы отправляемся. Дим, кстати, со мной снимается еще мой парень Дима. Вот, сейчас мы идем на наше место назначенное, где мы оставим конверт на какое-то время, вот, и будем ждать смс того, что сделка состоялась, того, что проклятый пластилин у нас доставлен. Так, сейчас, друзья, нам нужно зайти чуть-чуть поглубже в лес. Вчера просто был огромнейший ливень, просто огромнейший, и нас практически затопило, друзья. Напишите, как у вас обстановка, какие у вас дожди или ливни, как вообще у вас с погодой. Так, ладно. Лаки, идем. Лаки. Так, друзья, вот здесь у нас состоится обмен. Мы положим наш конвертик с деньгами. Кстати говоря, многие пишут, что там нету денег. Деньги всегда есть. Это, друзья, евровалюта. Darknet принимает любые валюты, кстати говоря. Оставляем здесь, в этом конверте. И нам остается только ждать смс о том, когда посылка с сайта Darknet будет доставлена. Так, друзья, прямо сейчас посылка уже доставлена. И Лаки ее чуть, да, Лаки? Где посылка? Ищи, ищи. Где посылка? Ищи. Ага, Лаки идет прямо по следу. И она чует, что проклятый пластилин уже здесь. И она чует, что здесь кто-то был. И это был менеджер сайта Darknet. Ищи, Лаки, ищи, ищи. Видите, ребята, она берет след, она нюхает по следам того человека, который был здесь. И она привела нас именно к посылке. Ребята, офигеть, посмотрите. Нам положили какой-то красный ящик. Обычно этот цвет олицетворяет практически зло в случае сайта Darknet. Значит, это еще страшнейший пластилин. Или то, что мы с вами задумали, достаточно страшно. Ладно, посмотрим. Откроем этот ящик прямо через несколько секунд. Итак, друзья, настал момент открыть наш красный ящик, нашу посылку. Если честно, мне жутко страшно и интересно одновременно. Думаю, вам тоже. Я здесь вижу замочек. Так, Дим, давай посмотрим, как он открывается. Так, это защелка. Да, защелка. Так, раз, два, три. Так, пока ничего страшного, ребята. Здесь фольга, кусочек фольги. И, в принципе, больше ничего нет. Я так поняла, что в этой фольге... Ладно, распаковываем. Да, ребята, это тот самый проклятый пластилин с сайта Darknet.
И сейчас мы будем лепить этого злого, проклятого Колобка Экзе из анимационного мульта про месть Колобка. Насколько я знаю, Колобок желтый, а глаза его там такие яркие, какие-то синие или голубые. Лепить буду долго, поэтому я не буду отнимать ваше время. И прямо сейчас вы увидите то, что у нас с Димой получилось. Вот, ребята, получилось у нас или нет прямо сейчас. Напишите в комментариях от 1 до 5, получился ли у нас Колобок Экзе таким же реалистичным, как в этом анимационном мультфильме про месть Колобка. Друзья, посмотрите, в его руке я также сделала кровавый нож с кровью, которым он... Что-то мне уже не по себе, ребята. Короче, кровавый нож, которым он всех и убивает. Теперь, ребята, мы отправимся с вами к доске для вызова духов, чтобы пробудить в действие этот проклятый пластилин и оживить Колобка Экзе. Здесь самая страшная часть, самый страшный момент. Нужно быть крайне осторожным, чтобы Колобок не убил ни меня, ни Диму. Будем надеяться, что все будет хорошо, а мы погнали делать обряд. Итак, ребята, вот наша доска для вызова духов. Реально, он такой жуткий, Дим, да? Да. Просто реально, мне вот кажется, прям на пятерочку, что он очень сильно похож. Мы очень старались с Димой, особенно глаза. Глаза как будто бы настоящие, друзья, это реальная жесть. Ладно, короче, призываем при помощи доски для вызова духов нашего Экзе Колобка. Друзья, погнали, ответственный момент. Колобок Экзе, я призываю тебя, Колобок Экзе. Я призываю тебя, Колобок Экзе. Я призываю тебя, Колобок Экзе. Ответь, ты здесь? О! Ты видел это? Она дернулась. Смотри, Колобок. Черт, что с его глазами? Разве они так были? Ножик. Ребята, у него глаза изменились. Друзья, пожалуйста, отмотайте это видео. Там, где у Колобка были глаза, но я точно помню. Я вас уверяю, что глаза у него были по-другому. Значит, он ожил. Блин, ребята, ладно, короче, давайте еще раз спросим что-нибудь у Колобка Экзе. Колобок Экзе, ты пришел, чтобы убить меня? Мне кажется, что она сама двигалась, ребята. Она реально двигалась. Колобок Экзе. Черт! Что это такое? Нет, он не убивает. Видишь, стрелка показывает. Нет, он пришел не убивать. Но, возможно, он обманывает Дим. Ведь он может и хитростью взять. Он научился, возможно, этой хитрости у лисы. Колобок Экзе. Скажи, а это ты убил всех? Зайца, волку, медведя и лису? Ребята, я сейчас уберу руку и посмотрим, действительно ли Колобок убил всех. Ждем. Черт, вы видите? Она двигается. Она двигается сама. Что происходит? Ничего не понимаю. Надо срочно. Черт, смотрите. Смотрите, что происходит. Не может этого быть. Колобок, да, что-то, да, пишет. Да, это он убил. Да, да. Смотри, по-моему, глаза у Колобка снова изменились. Я же говорила, что в этих глазах что-то не так. Реально, он оживает через эти глаза. Друзья, осталось спросить у проклятого Колобка, покажет ли он, где он убил всех этих зверей, лису, зайца, волка, медведя, а самое главное, где он убил лису. Колобок Экзе, покажи мне, покажешь ли ты мне, где ты их убивал. Черт, вы видите это, ребята? Планшетка двигается сама, мои руки здесь. Да, ребята, видите?
Стрелка указывает на «да», и мы сейчас пойдем и посмотрим места, где Колобок их убил. Это, грубо говоря, какое-то, знаете, следствие, то, что Колобок покажет, как он их убивал и где. И, возможно, мы откопаем трупы этих бедных животных. Так, ребята, Колобок опять изменил свои глаза. Я так понимаю, что мы где-то близко, где-то здесь как раз и было место преступления. Где-то здесь Колобок убивал своих жертв. Это жутко интересно. Представляете, вы когда-нибудь были на месте преступления? Я впервые. Ладно, сейчас я попробую спросить у Колобка Экзе, где же находится первая кость убитого зайца. Силой неба и земли, помогите найти. Ребята, посмотрите, это место отмечено палкой и намотано какое-то желтое, как в цвет Колобка. Ладно, оставим здесь Колобка, посмотрим, Дим, то ли это место или нет. Посмотрим, как будет себя вести Колобок. Здесь оставим скрытую камеру. Понаблюдаем, что он будет делать. Дим, посмотри, кажется, он грустит. У него глаза изменились. Значит, ему грустно от того, что он их всех убил. Ладно, ребята, теперь я точно уверена, что здесь зарыты первые кости. Ладно, попробуем откопать. Черт! Мы были правы, ребята. Черт, посмотрите. Здесь кость. Это кость, это реально кость, ребята. И по форме это напоминает череп кролика, да. Лаки нельзя. Лаки, фу. Да, это череп кролика, ребята. Значит, все остальные где-то здесь, в этом лесу, неподалеку. Вот черт, Дим, он сбежал. Он сбежал с места преступления. Колобок сбежал. Черт, что это было? Дим, смотри, он там. Я его жесть. Не вижу. Уведи, уведи, он здесь, иди сюда. Черт, смотри. Да, это да. Это он. Это ладно, Колобок. Надо валить, валить, ребята. Короче, нужно заканчивать это видео, а иначе Колобок... Черт, черт, он бежит сюда, бежит сюда, бежит. Черт, черт. Черт, черт. Как он на тебя напал? Черт, жесть. Черт, он укусил меня, покажи, Дима! Покажи. Жесть! Черт, Колобок укусил меня в шею! Ребята, не пугайтесь! Эти проклятые игрушки с сайта Darknet и проклятые монстры не могут причинить мне боль. У меня на них антидот, но они вечно забрызгивают какой-то кровью, своей даркнетовской кровью меня. Господи, черт, изначально это было больно, но сейчас это уже боль проходит. Я не понимаю, скорее всего, это даркнетовская кровь, которой эти монстры плюются или харкаются, и либо метят, что ли, меня как-то. Я не знаю, ребят, что происходит. Ладно, я не знаю, Колобок остался в этом лесу. Возможно, мы еще туда вернемся для того, чтобы поймать его. Но у нас пропал и Колобок из проклятого пластилина. Короче, жесть, я не знаю, что делать, ребята. Будем разбираться, будем думать. А вы не забывайте оставлять свои комментарии. С вами была Королева Мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока.